Столица, она у нас с великолепными песнями и потрясающими голосами, которые сегодня продемонстрируют гости нашего праздника. Под ваши аплодисменты приглашается председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Викторович Шорец. Мэр города Тбилиси Давид Роландович Нормания. Чрезвычайный полномочный посол Грузии в Республике Беларусь Давид Константинович Катария. Глава грузинской диаспоры, председатель объединения Мамули Кахи Пакасасвили и директор IGS Боржоми Беларусь Денис Крупец. Уважаемые минчане и гости столицы, сегодня мы продолжаем хорошую, добрую традицию празднования в центре, в верхнем городе Дней национальных культур. И сегодня мы станем ближе к нашей братской, родной Грузии. Сегодня каждый день национальная культура имеет какие-то изюминки и особенности. И сегодня Тбилисоба тоже преподнесет ряд сюрпризов. Нам очень приятно, что радость этого праздника с нами приехал разделить мэр грузинской столицы, наш большой друг Давид Нормания. Я уверен, что и основная часть праздника, вот сейчас открытие и знакомство с фудкортами, с грузинской кухней, с национальными традициями, обычаями, оно продолжится вечером, где будет также сюрприз, где грузины представят новый формат проведения праздника, и лучшие грузинские диджеи до полуночи будут здесь демонстрировать свое мастерство. Я хочу поблагодарить организаторов этого праздника, посольство Республики Грузия в Минске, за такую прекрасную организацию Тбилисобы. Я уверен, что и участники, и гости получат массу положительных эмоций. Спасибо. Приветствую вас всех. Для меня большая честь праздновать этот праздник здесь, в центре города, вместе с вами. Создат Оритлисин, Меда Минскис. Калакис Хензуанделма, Боацерет, Тбилисада, Минсшорис, Дадзубилебис, Халшекулебасхели. Буквально два года назад вместе с мэром Минска мы подписали соглашение о побратимстве Тбилиси и Минска. Там периодидан Минскши дайцо Тбилисобис агнишвада целс месамет грандиозулад агнишнеба Тбилисобис дасаставули. И с этого времени начали отмечать праздник Тбилисоба в Минске. Тбилисобис дасаставули. Традиционный дресс-составуле, роблис, а та сразу самуздат, храмите трида на винишнеба сакартвелуши. Праздник Тбилисоба – традиционный праздник, который отличается в Грузии с 1979 года. Эсари, чуэни, культурис презентиреба, пироличида твена хедал, картул болгарлепс, картул боцекуавеепс. В первую очередь это культурный, праздник культуры, где мы представляем все, что у нас есть. Эсари чуэни амурчеули кулинарис фестивали амалдрувот. В том числе это праздник нашей грузинской кухни кулинарии. Кинкали хачапури робали цикуэпэлангвицит. Без перевода. Боржоми, грузинское вино. Чурчела. А сэром из Малаферит Пенакша Гитлер, Твес, Нахот, Даге, Монут, Саки Девертхил, Амит, Хази Гаусват, Имас, Расат Пьячуэни, Мегу Груба, Кудури Сперуши. Сегодня все это вы можете попробовать здесь и подчеркнуть нашу дружбу между нашими государствами. Залиан Диди Мадлуба, Чемс Коллегас, Батон Шорец. Большое спасибо моему коллеге господину Шорцу. Залиан Диди Мадлуба, компания Борджомс. Большое спасибо компании Боржоми. Монатиле Эвдати Теут Петагас. Всем участникам и каждому из вас.
Я уверен, что для вас этот Тбилисоба будет незабываемым. Ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ელჩს, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენი ორი ერი კიდევ უფრო ახლოს იყოს ერთმანეთთან. А также большое спасибо нашему послу, который делает всё от него зависящее, чтобы наши граждане, наши народы ещё более сплотились и были вместе. დიდი მადლობა მონაწილეებს, რომლებიც სპეციალურად თბილისიდან ჩამოვიდნენ თქვენთვის და დღევანდელ დღეს განსაკუთრებით გაგახარებენ. Большое спасибо участникам этого концерта, которые специально приехали сюда к вам. თქვენ დაუვიწყარით ეგელოდება. დიდი მადლობა. Желаю вам незабываемого вечера. Спасибо. ასევე მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩემს коллегас калакис мерс გადავწე საპატიო თბილისელის წოდება ჩვენ ორ ქალაქშორის ურთიერთობის განსაკუთრებით გაღრმავებაში შეტანილი წვლილისთვის. Хочу воспользоваться случаем и передать своему коллеге почетную грамоту за вклад в развитие отношений между нашими двумя городами. Да, символурат гадаутсен мас Тбилисис калакис гасагеби. И символически передать ключ от Тбилиси. Здравствуйте, Кабарчобат, Гурпасонинскедер. Нам очень приятно видеть вас таких красивых вот возле нашей основной сцены. И мы, конечно, благодарны вам, что посетили наш праздник. Мы благодарны вам, что нам так, в принципе, живется очень комфортно здесь. И мы надеемся, что вы тоже посетив Грузию, вам будете отдыхать очень комфортно. Еще раз хочу поблагодарить всех, которые вот пришли сегодня здесь, с детьми многие семьями, и пожелать вам хорошего дня. Спасибо городу, руководству города, за то, что нам помогает вот организовать вот этот праздник. Спасибо мэру Тбилиси, который уважил и в этом году приехал. Это был первый приезд нашего мэра, поэтому мы все рады и желаем вам, чтобы сегодня отдохнули хорошо. Мы благодарны за возможность проведения Тбилисобы Боржоми в Минске и рады видеть столько гостей, в том числе и из Тбилиси. 3 года назад Минск и Тбилиси стали городами-побратимами. И 3 года назад прошла первая Тбилисоба в городе Минске. С тех пор проделано очень много работы, чтобы сотрудничество между нашими городами и странами стало более тесным. Мы искренне желаем, чтобы отношения между нашими городами Минском и Тбилиси были не просто дружескими, а стали по-настоящему братскими. Поэтому мы сегодня не просто дарим, а символически вручаем национальные одежды нашим гостям и уверен, что это еще больше укрепит наши отношения. Наш общий праздник. Хотел бы поблагодарить организаторам
всем, и компании Боржоми, и представителям Тарнаулы, особую благодарность мэра города Минска Андрею Викторовичу Шорицу, что он уже не первый год поддерживает наш грузинский фестиваль. Особую благодарность мэра города Тбилиси, который и поддержал, и на сегодняшний день это уже абсолютно другая планка, на котором фестиваль представлен. И я не буду много беспокоить вас. Я с удовольствием. Я хотел бы попросить наполнить бокалы грузинским вином и поднять. Позвольте поднять тост за дружбу, за нашу любовь, за наше сотрудничество и за стремление белорусского и грузинского народа друг к другу, за нашу культуру, за наши общие ценности. До вас! Аплодисменты, друзья!